специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. Кому в России запрещено добывать криптовалюту? Правильный ответ. Людям с неснятой или непогашенной судимостью, экстремистам и террористам. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. Пенсионерка из Ивановской области украла в супермаркете две пачки масла. На выходе охранник грубо задержал ее, заставил раздеться и вывернуть сумку. Что грозит охраннику за такое превышение полномочий? Штраф либо принудительные работы. Ничего не грозит, так как он задержал воришку. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».